Лера Сушкова. Ну, ну вот, и все хорошо, молодец. Вообще надо чаще улыбаться. Не бойся, все будет нормально. Не переживай, пусть тебя это не заботит, это экшн-камера. Как ты сказала, лучше тут этих камер нету камер. Они не разобьются. Смотри, тебе нужно будет чуть правее прыгать. Вот по направлению экзита. Вот сюда. Ага, правую ручку держим вправо и вверх. Левую ручку. Вот так, нижним хватом и удалочку. Вот, попробуем. Во! Ну, как ты? Готова? Нормально. Нормально? Может, просто так лучше прыгнуть? А, да что это ты вдруг? Ну, как будем прыгать? Не, я же не ударюсь об этот объект, нет, надеюсь. Не ударишься. Столкновения с объектами земля исключены полностью. Угу. Ну? Все. Ну как? Нормально. Как можно дальше прыгнуть туда, да? Да, ты можешь, знаешь, как амплитудненько сделать прыжок. Сначала сделать прыжок в длину, потом немножко подогнуть ноги. И снова распрямиться. Ты же умеешь приземляться, раскрываться, правильно? Ну как, готова? Фу, да. Давай, левую руку влево, правую вправо. Все получится. Давай, 3, 2, 1, прыжок. Прыжок. Фига себе. Молодец. Оп, встаем на ножки. Не встаем. Ты что такая худенькая? Худенькая? Давай, давай, Сереж. Оп. Ага. Ну что, как ощущение? Что-то судорога в ногах. Судорога? В смысле, в ногах судорога? Ну, что-то прыгнуло прям. Мандраж? Ну, типа того. Ничего не передавило, нормально? Нет, все, хорошо.